История одомашнивания животных. Домашние животные – это животные, которые живут рядом с людьми и приносят им пользу. Они помогают людям в охоте, пастьбе скота, охране жилища, а также просто радуют своим обществом. Одомашнивание животных – это процесс, в результате которого дикие животные становятся домашними. Этот процесс начался еще в глубокой древности, когда люди начали жить в постоянных поселениях. Существует несколько теорий о том, как появились домашние животные. Одна из них заключается в том, что люди начали приручать животных, которые были похожи на них по поведению и привычкам. Например, собаки были похожи на людей в том, что они были социальными животными, которые жили группами. Это сделало их более легко приручаемыми. Другая теория заключается в том, что люди начали приручать животных, которые были полезны для них. Например, коровы и овцы были полезны для получения молока и мяса, а собаки были полезны для охоты и охраны жилища. Самыми первыми домашними животными были собаки. Они были приручены около 15 тысяч лет назад. Первые собаки были скорее похожи на волков, чем на современных собак. Они были выносливыми и хорошо подходили для охоты. Следующими домашними животными стали кошки. Они были приручены около 10 тысяч лет назад. Кошки были полезны для защиты от грызунов. Другие домашние животные, такие как коровы, овцы, свиньи и лошади, были приручены в более позднее время. Одомашнивание животных оказало огромное влияние на развитие человечества. Оно позволило людям стать более независимыми от природы и обеспечить себя пищей, одеждой и другими необходимыми вещами. Домашние животные также оказали влияние на развитие культуры человека. Они стали объектами искусства, литературы и религии. В настоящее время существует множество видов домашних животных. Самые популярные домашние животные – это собаки, кошки, рыбы, птицы и грызуны. Домашние животные играют важную роль в жизни многих людей. Они приносят людям радость, любовь и поддержку. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся.